Здравствуйте, в эфире «Международные новости» в студии Инесса Бланкова. Перейдем к основным событиям этого дня. Золотой глобус солидарности. Голливудские суперзвезды облачились в черное. Волхвы в резиденции Ангелы Меркель. Канцлер приняла участие в ежегодных песнопениях по случаю Богоявления. Чудо на Рождество для многодетных семей. Как детей поздравили в российских городах. В Голливуде суперзвезды выразили общую солидарность с жертвами сексуальных домогательств. Юбилейная кинопремия «Золотой глобус» окрасилась в красно-черный цвет. Женщины стали главными героинями церемонии. Главным фильмом стала лента «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Картина также получила «Золотой глобус» за лучший сценарий, мужскую роль второго плана и лучшую женскую роль. Лучшей комедией стала лента «Леди Бёрд», сыгравшая в ней главную роль Сирша Ронан, названа лучшей комедийной актрисой. Лучшим драматическим актером стал британец Гарри Олдман. Он сыграл Уинстона Черчилля в картине «Темные времена». Фильм фэнтези «Форма воды» был отмечен за лучшую оригинальную музыку и режиссуру. Лучшей лентой на иностранном языке стала картина «На пределе» немецкого режиссера Фатиха Акина. Российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без награды. Ну а королевой вечера стала актриса, режиссер и телеведущая Опра Уинфри, первая в истории афроамериканка, получившая почетный «Золотой глобус». И это стало стопроцентным попаданием в тему. Уинфри пережила сексуальное насилие еще в детстве. Много лет назад она рассказала об этом в своем ток-шоу, что помогло многим и сподвигло общество начать трудный и важный разговор. Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в ежегодных песнопениях по случаю Богоявления. В Берлин съехались участники детских хоров из католических приходов со всей страны. Вместе с ними политик исполнила несколько традиционных хоралов. Богоявление – христианский праздник, который отмечают немцы 6 января. Как правило, особое значение он имеет в землях Баварии, Баден-Вюртемберга и Саксонии-Ангальт. У местных католиков этот день также известен как День трех королей. По традиции дети ходят с песнями от дома к дому и благословляют хозяев, уподобляясь волхвам. Ну а обычай приема канцлером Германии в своей резиденции волхвов был заведен в 1959 году на фоне подготовки Второго Ватиканского собора, который ознаменовал собой вступление католицизма в современную эпоху. В преддверии Рождества в Москве прошла патриаршая елка для детей из многодетных семей. Спектакль о новогоднем чуде показали на сцене Кремлевского дворца. Ну а после представления к присутствующим в зале обратился патриарх московский и всея Руси Кирилл. Рождество – это время исполнения желаний для семьи из Подмосковья. Мечтой была встреча с патриархом. Супруги Михайловы воспитывают 9 детей, четверо из них – приемные с синдромом Дауна. Незабываемый подарок получили и дети настоятеля Благовещенского храма Алексея Васильева. Это двухдневная экскурсия по святым местам и достопримечательностям российской столицы. Настоящий праздник в канун Рождества устроили также детям из многодетных и малообеспеченных семей в городе Пенза. Сказочное представление было организовано протестантской церковью «Живая вера» и благотворительным фондом «Эра добра». Подробности расскажут наши коллеги из Пензы. В Пензе, в городском центре культуры и досуга, прошла рождественская благотворительная елка для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей воскресной школы Пензенской протестантской церкви. Праздничное мероприятие было организовано благотворительным фондом «Эра добра» совместно с протестантской церковью «Живая вера». Хотим сказать огромное спасибо фонду «Эра добра» за то, что наших детишек всех пригласил на такое новогоднее мероприятие. И для наших детишек устроил такую красивую елочку. Сказочное представление, которое приготовили профессиональные артисты, было ярким и волшебным. Вначале к детям в гости на праздник пришли веселые собачки, Татошка и Белка. Затем появилась Снежная Баба. И они вместе помогли ребятам позвать Деда Мороза со Снегурочкой, которые развлекали детей веселыми играми, новогодними песнями и водили хороводы. Мне понравилось то, как мы танцевали. Еще мне понравилось, как шел мультфильм. Мне елка очень понравилась. Она была очень интересной. Там были разные герои. Был Дед Мороз и Снегурочка. Мы танцевали и пели. Все было красиво. И мне понравились подарки. В финале представления сказочные персонажи вместе со всеми присутствующими зажгли праздничную елку разноцветными огоньками. В завершении праздника каждый ребенок получил свой рождественский новогодний подарок от Деда Мороза и Снегурочки, который бесплатно предоставил благотворительный фонд «Эра добра» и Пензенская протестантская церковь «Живая вера».
Новогодняя елка – это всегда очень яркое событие для детей. Да, все дети ждут чуда, и Новый год, Рождество – это те дни, когда дети должны быть в атмосфере Рождества. Огромное спасибо всем организаторам этой елки за то, что мы сегодня по-настоящему смогли сделать очень классный, очень яркий и запоминающийся праздник для всех детей. Я думаю, что каждый ребенок имеет и должен иметь право на радость, на новогоднюю елку, на подарки, что им сегодня было и предоставлено. Огромное спасибо всем, кто участвовал, всем, кто откликнулся, всем артистам и, конечно же, тем, кто собирали вот эти подарки, и дети остались сегодня очень довольны. Ольга Боброва, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая Вера», специально для ТБН. На этом у меня все. Я передаю слово своей коллеге Жанне Мамиловой. Прямо сейчас новости христианского мира. Спасибо, Инесса. А у нас следующие новости. В Ватиканской базилике Святого Петра впервые установлен современный цифровой орган. Впервые он прозвучал во время недавних папских богослужений, сообщает христианский портал Invictory. До сих пор подобного рода инструменты использовались только во время богослужений, которые проходили на площади Святого Петра, но не внутри базилики. Инициатором размещения цифрового органа в главной Ватиканской базилике стал прелат Массимо Паламбелло, музыкальный руководитель папской Сикстинской капеллы. Свое решение он объяснил тем, что новые вызовы требуют новых решений, а цифровой инструмент может заполнить все акустическое пространство величественной базилики Святого Петра. Новый инструмент был размещен у алтаря кафедры Святого Петра рядом с традиционным органом, который остается незаменимым для сопровождения богослужения с участием Папы Римского. Именно в этом месте цифровой орган может проявить весь свой потенциал, не нуждаясь в амплификации, предусматривающей распространение звучания органных труб с помощью микрофонов, что приводит к неизбежному искажению звука и значительным проблемам, связанным с шумовым фоном. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл, посетив праздник Рождества Христова Центр гуманитарной помощи для женщин в кризисной ситуации, отметил, что Русская Православная Церковь готова принять детей, родители которых этого сделать не могут, передает РИА Новости. Если женщина оказалась в ситуации, когда не сделала аборт, но реально не может воспитывать ребенка, надо, чтобы таких детей отдавали нам, не лишая женщину материнства, сказал патриарх. При этом он отметил, что не стоит сравнивать это с детским домом, так как женщина может прийти в любой момент и забрать ребенка. В свою очередь, председатель синодального отдела по благотворительности епископ Орехова Зуевский Пантелеймон отметил, что при нескольких монастырях уже действуют центры семейного устройства. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию. Итальянский журналист рассказал о гастрономических предпочтениях Папы Франциска. Об этом поведал ватиканист из газеты «Репаблика» Паоло Родари на страницах специального приложения, посвященного кулинарии, сообщает «Седмица». Папа Римский Франциск является первым понтификом, который употребляет пищу не в апостольском дворце, а в столовой дома Святой Марты, бывшего ватиканского отеля для кардиналов и высоких гостей, который в настоящее время является резиденцией нынешнего Папы Римского, демонстрирующего таким образом стремление вести более скромный образ жизни. Автор публикации отметил, что стол, за которым обычно принимает пищу понтифик, никоим образом не отделен от других и находится в самом конце залов, в котором могут одновременно поместиться около 40 человек. Согласно данным Радари, на первое Папа Франциск обычно заказывает рис или макароны, всегда in bianco, то есть без соуса или приправы. На второе понтифик чаще всего потребляет рыбу или белое мясо. Сладкое ест редко, а вот фрукты и овощи вкушает регулярно и с большим удовольствием. Большинство продуктов, попадающих на стол Франциска, а в случае дома Святой Марты также на стол его собеседников, происходит из папских ферм в Кастель-Гандольфо, летней резиденции римских понтификов, которая находится в нескольких десятках километров от Рима. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndefistv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!